Давно хотел вам показать, друзья, смотрите, это штаб-квартира Adobe. Все мы знаем по фотошопу, да, ребята разрабатывают программы Photoshop, Adobe Acrobat и так далее. Вот, и буквально тут целый квартал, наверное, этих зданий, которые очень неплохо охраняются. Вот строится новый проходик прямо по курсу. И вот это вот новое здание, которое недавно было построено. Security здесь на высшем уровне. Внутрь, конечно, не зайти. Вот. И на контрасте, еще раз, Adobe, небоскребы Сан-Хосе, Калифорнии на контрасте. Опа! Люди живут в палатках. Бомжи, так сказать, местные. Под мостом живут. Так что, если будете проезжать Сан-Хосе, даунтаун, мост возле Adobe, имейте в виду, здесь живут бомжи, которые не смогли устроиться в Кремниевой долине.